Хейо, гайз, с вами Шумики, и это у нас Beyond Oasis. Скорее всего, это финал, может быть, если тут будет коротенько, я их объединю. Поэтому ничего не знаю. Сразу у нас уже глупости начинаются. Даже пускай такой урон, я лучше пробегу. Не-не-не, сори, рыцарь. Плевать. Так, тень. Да возьмем тень. Так, теперь я не понимаю. Еще. Я, во-первых, не понимаю, куда я иду. Во-вторых, они тут бесконечные. Ну, я выключил воду. Для чего? Хорошо, давайте искать. Для чего я мог это сделать? А я знаю для чего. Не для того, чтобы взять этого. Мне нужна вода, чтобы войти в водяную дверь. Я правильно понял? Алло, что за бред? Я не знаю. Сейчас буду смотреть. Интересно, почему я сам до этого не додумался? А у меня есть? Бомбочки есть. Недолет. О, достал. А вот теперь вот так, вот так вот. И знаете, как нужно было того монстра убивать в из предыдущей серии? Надо было открывать ему глаза, прыгать и бить. Вот так, хоп. Мечом. А я ж, конечно, более профессиональный, поэтому мы убивали его вручную. С арбалета, так сказать. И? Подожди, я что-то не шарю. Типа я здесь теперь воду включил, а там должна вода выключиться, я правильно понял? Да. И? Что за хрень? Мне рыбок нужно убивать?
Ну давайте рыбки поубиваем. Ну мне кажется, это не то. Я вообще по ним даже не попадаю. И что? И что мне это дает? Закрытая дверь. Наверху? Нихера. Охренеть. Так, что-то игра начинает надоедать. В плане того, что... Знаете, где ключик? Не угадайте, где ключик. Сейчас мы вот эти 12 выкинем. И вот эти 14 подберем. А находится наш ключик. Вот здесь вот. Здесь вот. Нужно убить демонцов. Демонцев вот этих. И вот из них выпадет ключик. И все. А вот наш ключ. Незримый, так сказать. Видите, тень охренительная. Она весь урон впитывает. Так. Так. Не, тень классная вещь. Пускай лучше он принимает урон, чем я буду принимать. А мне плюс еще и туда надо, с помощью тени. Прикольно. Прикольно еще, знаете, что здесь вот бомбы, эти маленькие. Они для каждого свое. Так, а нахера я сюда залез? Ладно, здесь как раз из-за этого и постоянно испавнится. Здесь из-за этого как раз постоянно испавнятся челики. Ага. 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 Угу.
Что, блять? Короче, сначала пускаем тень. Потом запускаем воду. Так, вода здесь выключена. Переходим сюда, закрываем. Возвращаемся обратно. Заходим. Тут кнопочка есть, что-то появилось. Сундук. Ключ. От чего? А я разве что-то находил? Ох, черт. Как мне потушить огонь? А вот была бы у меня водяная леди, я бы и потушил. А вот слизень из воды сделанный. Опа! Опа! Кто умный? Я умный. Да-да, я умный. Чего? Что за динозавр? Динозавры. Манать. Давай. Фух, манать. Так, ладненько. Я убирать тебя хочу. Ускоряем. Сохраняем. Берем. А я не пойму. Подожди. Хоп.
А заметьте, что зомби до этого не вылазили. Ну ланго, меч использую. Блин, нефрита нету. А ну-ка. Нету. А чё они на меня нападают? Ой, тихо. Так, тихо. Тихо. Чесночок. 3-4. Так, F5. Бля! Я понял. Ну, понятное дело, что заново я начал. Сейчас покажу, о чем я говорю. Сюда, сюда, сюда. И вот. Вот, ребят. Об этом я думал. Так, а чтобы мне так выбросить? Эликсир у меня с фул все делает. Это что мне нужно? Подожди, подожди. Это используемый предмет. Ну, пускай будет. Окей, арбалет. 40 пуль. Пятьдесят. Ну это взрывные пули.
Это взрывные пули, поэтому... Поэтому... Сыр. Ключ. Ускорение. Нормально. Ага, а верхний я рычаг не трону. Ну, допустим. Так, берем нефрита. Примерно понял. Блядь. О. Спасибо. Ну зачем мне от шарика? Тарелки-палки. F5. Еду я. Ой, какие же долгие серии. А рендер, насколько же это часов рендер уходит? Нефрит, давай. Тут. Сейф. 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 Так, у меня ничего нету. Куда мне идти? А, факела подожду хотя бы. Бац. А что? Что от меня хотят? Mm.
И где мой огненный? Но я ведь тоже сама сделал. Странно. Типа, там должна была открыться дверь при поджоге всех факелов. А у меня хотите сказать, типа, не все факела? А у меня что, не все факела? Да ёлки-палки, надоели. Как же они задолбали. То есть, до этого дверь была закрыта, а теперь она решилась стать открытой. Каев. А предупреждать не? Так, здесь мне тень нужна будет. Ну, смотрите, у них гранаты моментальные. Помогай. Стой, они там... Нихера он там появляется. Бесконечные спавнеры. Хм, умные. Какие умные, видите ли. Так, ну ключ я получил, окей. И куда мне с этим ключом? Так, двери вспомнил. Двери у меня еще вот здесь есть. Суд. Он специально ко мне поехал? Ах, чертовы махи. Нифига. Вот это сверхмах.
Все? А как? Не, тогда. Получил. Да ёлки-палки, сколько их будет? Наконец-то. Так, это у нас фул всего, да? Мясо ем. Духа убираем. Духа восполняю, сохраняю. Духа вызываю. Ни хрена. Омега. Новый меч. Так, мне нужно... Ну, почти. Так, F5. Делаем так. Так. Так, так, так. Так. И так. И уходим. Ну, здесь мне будет... Сфера и ключик. Ха, а я это сделал и так. Ау.
было? Нет, там ничего не было. Пойдем сюда. А, видите, они пожирают. И куда? И куда мне ключ? Куда ключ? Куда ключ? Так, ну где-то внутри, я понимаю. Давайте искать. Оказывается, вот тут есть дырка. Я думал, это часть стены. Я вижу, я думаю, типа, ну это обводка, это стена. Оказывается, нихера, сюда нужно упасть. И здесь мы откроем рычаг. Так, здесь стекло. Дальше. А, все. Зачем так замудривать? А теперь ключ, куда? Я уже ничего не помню. Нам ключ туда же? Сейчас будем смотреть. Вначале сходим сюда. Снова. Сюда. И надо упасть. А тебя? Да. Раз, два, три. Четыре. Если что, это стекло. Если вы не поняли. Сюда огонь надо. Так, все, я нефрита с собой взял. Поэтому хорошо, что я сразу подпаливал. Серьезно? Сохранится. Ну что это? Ладно. Ту-ту-ту-ту. Пойду, да и хватит. А теперь мне нужна тень. Ха, прикольная тень. Нет, ты туда. Уйди отсюда. Так.
Так. Отлично. Одну тварь. Ну чё это? Ладно, я не пожалею этот меч. Я понял, я даже так не убью его с помощью этого меча. А как? У меня иначе другого способа нету, чтоб тень жила. Вот тупая мразь стоит на пути. Ну чё он бьет? Чё он бьет? Почему? Я просто не понимаю, ну... Понимаете, ящерица тупая. Я это сделал? Стой, я не понимаю того, сделал это?
Так, подожди. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Води эликсир на ХСП. Ох. Дякую. Ох, какой шоколад. Я вообще не знаю, как там можно было бы пройти. Так. Так, F5. И в чем проблема? Я не понимаю, в чем проблема. Так, так, F5. Хорошо. F5. Ручкам. Ох ты ж, ё-мо. Мне просто нужно волны отбить. Нет, там что-то другое. Там просто бежать надо. Какие мрази. F5. Ну, зато вы увидели новый Пикчу. Я заждался тебя. Ну что же, это была очень интересная игра. Ну а теперь пора ее заканчивать. Ты не можешь остановить воскресшее создание серебряного на рукавника. Агита. Так. Отлично, золотой нарукавник. Поздравляю тебя за упорство. Поздравляю тебя с твоей же смертью. Thank you.
И что ты сделаешь? Все. Все. А что он сделает? Он из двери выйти не может. Ты победил. Я недооценил твоих возможностей. Но ты не победишь Акита. Он вернется, чтобы получить обратно свой трон. Не знаю, кто такой Акита. ХП и СП. Да, пополнить. А, это есть Агита? Нефрит, я не шарю за вот этого челика. Я не понимаю, сука. Вы не можете сказать, как его атаковать. Так, тихо, мне нужно... Давай же, атакуй, блядь, сука. Почему ему не дамажит? Готово. Это просто жопа.
Ему нужно фриты в голову засовываться, чтобы он не мог использовать. Али, это ты? Я Гвин, твоя старшая сестра. Я слышал твой голос, но я ничего не могла сделать. Мной словно управляли. Ко мне вернулась моя память. Я чувствую силу, наполняющую мир. Спасибо, мой повелитель. Золотой нарукавник, ты спас Оазис. Но мы должны остаться здесь. Я горд тем, что мы оба дрались за тебя и рядом с тобой. Тебя запомнят на века. Я хорошо повеселился. Телепорт отнесет тебя домой. До свидания, Али. Али, постой. Я все разрушила, убивала людей. Хотя мной управляли против моей воли, я должна искупить свой грех. Али, расскажи это всем людям. Агита и порождение серебряного нарукавника уничтожены навсегда. Они уже никогда не подвергнут Азиас опасности. А теперь-то у нее два этих есть. Позволь сказать до свидания и спасибо, мой брат. Но, в принципе, вот и все. Если оценивать игру, в принципе, прикольно для приставочной игры. Но там есть сейвы, не забываем. Ее можно сохранить. Она довольно очень большая такая. Здесь есть RPG-элементы, то есть прокачка, да? Ну, как прокачка. Ты можешь поискать, найти улучшение для способности, чтобы меньше тратился тот или иной дух. Также большое количество локаций, большое количество врагов однотипных в какой-то степени, потому что у них только поменявшаяся, так сказать, скорость атаки, либо разновидность просто цветов. Но можно отметить боссов. У боссов есть два этапа. Так были спрятаны золотой и серебряный нарукавники. После прощания со своими друзьями Али вернулся в свой мир и унаследовал трон. Королевство Оазис долго и мирно процветал под мудрым правителем короля Али. Также и тут есть сюжет. Да, ну хотя тут сюжет, ну такой, типа, главный враг. Появилось то или иное, и нужно было освободить. Минус — запутанные места, потому что я сколько раз просто... О, жопа рвало. Стеф. Жопа рвала из-за того, что я не знал, что мне делать, куда идти. Ну а так, ребята, в принципе, игрушка прикольная. Сейчас посмотрим, короче, до конца, что здесь. Ну, я говорю, игру стоит поиграть. Она займет у вас на прохождение дня 3-2. Для меня она ушла за... Так, сейчас час ночи. А я начал играть в 2 часа дня. Ну и сами вот посчитайте, сколько вышло мне проходить эту игру. Долго и нудно. Ну ладно, что еще можно похвалить? Ладно, пускай вот эти титры такие медленные очень идут. На самом деле, если играть... А тут есть сейвы сами в игре, поэтому не мои проблемы. Довольно много фарм можно фармить. Хилки, хилманы, зелья я вот не использовал, но зелья, скорее всего, это же обычная банка, которая восстанавливает и хп, и, сказать так, ману. Следующие игры, я сейчас открою тетрадь, посмотрю и скажу. Так, сегодня прошел Sonic the Hedgehog 3 и Beyond Oasis. Потом будет у нас Street of Rage, ребята. Следующая часть из серии. Напоминаю, мы прошли первую. Мне очень понравилась первая часть. Но был, конечно, да, момент, что мы не можем придумать нового босса, поэтому нате вам два одинаковых босса. Окей,
просто поменяли ему модельку. А, да. Еще я могу отметить, к минусу, к большому минусу, это платформинг. Из-за того, что я прыгал, он то не долетает, то он перелетает из-за своей скользячности. Потом взять ту же самую сраную воду, которая нас просто сметает. Ну что там, поток воды, что такое сильное, что нас должен сметать так жестко? Хер его знает. Вот от этого я тоже немного в шоке. То есть, сдыхать вы будете от зомби. То, что зомби жесткие, особенно, блядь, которые лежачие. Зомби. Вода. Ямы. Дохуя ям, от которых будете сдыхать. Также лава частично, допустим, тот момент, когда я не мог, ну, факел, мне нужно было к нему подбежать и запустить. Скорее всего, он запускается с помощью, ну, игра 1995 года, в принципе, нормально. Запускать, нужно было пульнуть, короче, с арбалета с огненными стрелами, и, скорее всего, я бы зажег. Также можно сказать некоторые мелочи. Там мелочи, мне кажется, там не было. Но что зеркало, но это... Все? О! Аля, вот. Время, ребят. Даже, ну, смотрите. Я прошел игру за 4 часа 25 минут. Ранг 19. ХП. Умирал 0 раз. Ну, понятное дело, я что, должен умирать был. Зато у нас убито. 592. Камни. Нихера себе. Я камней только собрал 27, а всего их 60. Класс у меня самурай. А какой-то еще мог быть класс? Я смотрю на картинки, там есть еще старик без ноги, походу. Но я его не встречал. Хотя это тот, который сейчас сидит вот там, на палке. Ну... Нормально. Ну что, думаю, тогда закончим на этом. Тут даже рейтинги есть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.